Мы доехали. Все. Сейчас будем мыться. Квартирка все как в прошлый раз прям выглядит. Все такое родное. Мы приехали в ту же самую квартиру, в которой были. Вот сейчас Сережа с Даней носят вещи. И будем мыться. И отдыхать. И отдыхать. Тоже мы коробку принесли. В общем, все то же самое. Так, значит, мы помылись, отдохнули немножко, и нам надо ехать за продуктами, купить некоторые вещи, которые нам необходимы. Сейчас поедем в семейный Магнит. Вот домик, в котором мы живем. Поедем в семейный Магнит. Он нам очень нравился в прошлом году. Посмотрим в этом году что там. Семейный Магнит. Еще одну. Я уже 4 приорки насчитала. Где тут тележки? Внутри? Не помню, или здесь. Сердечки. Пойдем посмотрим. Подожди, сейчас, Дань, хочешь, иди смотри. Нам я хочу, нужно я сама тут. Вначале все, я посмотреть что-то. Ну смотри. Так, надо стиральный порошок купить. Угу. Не знаю, что угодно. Гель удобнее, наверное, там еще брать. Лоск. Да. Потихонечку набираем, хотя выпечка тут вкусная. Пирог с яблоками, пирог с мясом, наверное, картофелем. Того, чего я хочу, того нету. А что ты хочешь? Макароны, масло, воду, хлеб, мыло, кетчуп. Доску вот такую еще взяла. Так. Сейчас Сережа кофе выбирает. Стекло банки дома нету? Если подешевле пусть. Ну возьми такое, из нее же тоже можно спать. Да, давай точно. Какая ты умная. Вот большой магазин всего. Всего-всего много. Много, того чего надо, того нет. Почему? Я вообще люблю три в одном. А тут чина не хочешь такую штуку?
8 чашек, 299 рублей. То есть, блядь, сколько такая за чашка стоит? Ну сколько? 300 дели на 8. 28 рублей. Да. Возьмем, попробуем? Ну давай. Ладно. Так, сахар, кстати, мы не брали. Что здесь, да? Соль? Соль и сахар, да. Соль, вон баночку возьми, потому что без банки будет неудобно. Вот, а сахар, я не знаю, что лучше взять, кусковой или какой. Вон сахар мы прошли. Кого-то лучше? Кусковой вон стоит. Большой такой. Что я нормально кинул? А это все равно большой. А, такой, да. Тут маленького нет. Ну или взять в пакете, но это пересыпать неудобно. Да нет, ложка не будет. Дальше? Да. Картошку не будешь брать? Можно почистить. Взяли овощи, теперь пришли в заморозку. Да, не знаю, что-то мне кажется. Фигня. Взяли всего по чуть-чуть, помидоры, картошку, лук, такой-такой, огурцы. Надо что-то купить такое. Такое. Вот тут ростомер от памперса. О. Нужно тебе памперсы? А свои, если ты. Нет, шо? Ты вот так, ты почти 100. Так много нужно на каблуках же. Неважно, 138. Свои, если 138, нечестно. Мы взяли, кстати, в кулинарии вот еще готовые котлеты. Еще я взяла картофель фри. Они лицевые. Уверен, что они готовы? Конечно, да, будет. Их просто надо разогреть, все, они же. Знаешь, в холодильнике лежат. Тут игрушки, вот Даня тут был, пока мы ходили. Да. Пока ничего не выбрал, да? Ну что, выбить в следующий раз. Что-то наверняка за игрушки. Ну ладно, пошли. Да, сейчас. Да, я нашел, что тебе нужно. Что? Пойдем покажу. Не пищи, нечестно. Вот такой велик тебе не нужен? Эти, такой нет. Горшок тебе не нужен, нет, для него? Нет, такой велосипед. Зачетный это, да? Китайский. Китайский. Самый настоящий китайский велосипед. Да. Мягкие, мягкие тормоза. Китайский? Шоссе. Давай пойдем, покажу тебе. Дома, Даня. Такой детский тут отдел. Классно, да? Будешь играть? Не, не классно. Вот это классная штука. Помнишь? Смотри, помнишь такое? Ладно, давай. А это прикольно. Можно гитару джипбокать. Смотри, во, прикольно. Это сына не прикольно. Ладно. Погнали. Что, работаешь? Нет? Нет, не работаю. Пойдемте на кассу. Пойдем.
Знаешь, в магазин ходи. Я выкладываю, а вы загружаете. Сколько пакетов надо сразу здесь брать? Раз, два, три, четыре. Четыре, три. Легкие, точно? Ну, нормально. Ну, как легкие? Тяжеленные, конечно. Ну, ё-моё, чё-то. Ну, Данька хочет сам. Смотри, папе хоть одну дай. Мама, вот две. Легко-тяжелый. Если будет тяжело, скажи. А? Макдональдс, да. Вот что-то сделали. Машина есть. Маша? Номер наш. Место. Так, сейчас мы все это сложим. Вот эти котлеты, главное, не помять с пирогами. А все остальное, оно такое. Да-да. Помощник? Опа! Задаешь. Он тяжеленный вообще пакет. Возьми у него, Сюша, у него очень тяжелый. Вообще не надо. Не знаю, я даже не подняла пока. А легкие, мама. Как ты сразу? Водичка. Водучка. Самое главное водичку. Да, самое главное водичку. Э, на котлеты не клади. Не котлеты, блин. И самое то, что я тут самое. И постирать, легкое. Конечно. Ну все, на первое время мы закупили продукты и все, что нам нужно, а все остальное, может, когда в кафешке поедим, в столовой поедим. В столовой? Если что-то надо будет, мы докупим. Я говорю, что мы не стали брать прям уж совсем все, потому что когда в столовой поедим, когда в кафешке, правильно? Кладовка или Макдональдс? Смотри, она растет, развивается. Да, тут еще один Макдональдс. А где еще один? Один был в Красной Плесени, ну, в Красной Площади. А, да, там было? Да. Вроде да. Или не было? Не было. Тогда, получается, не было Макдональдса? Не было Макдональдса. По-моему, тогда прикольно. В общем, не знаю, мне кажется, не было Макдональдса, да. Потому что не было. Точно, мы же ездили в Геленджике, был Макдональдс, а перепуталось. Так, здесь у них еще Эльдорадо, я смотрю. Детский, а не Мега-Мед, да. Уже закат такие. Смотри, красивые, да, тут закаты? Угу. Такие розовые облака. Очень красиво. Тут 8 вечера. Мы сейчас будем кушать. Поедем, приготовим. Обедать. Поздний обед. Мы сегодня только завтракали. Да. Еще не обедали. Надо пообедать. Когда мы сегодня завтракали? В кафе. Забыл, что ли? А, ну. Мы же заезжали. Я думал, типа, мы это как тогда останавливались. Так. Тихо. Тихо. Все бегают. Вот он. Сюда можно тоже сходить как-нибудь. Где сходим? Это наша любимая. Любимая же, химоза. Нам же нужно мы в каждом же, городе мы же не можем. Дегустацию сделать. Да, мы же не одинаковые можем или не одинаковые Макдональдс? Вот в Америке. Маши с нами нету. Да. Может, да. Вызовем ее? А
самолете, да? А что, пускай пролетает. С бабушкой и с Ричем, и с кошкой. Нет! Только без Рича. Ну, зажжется, да, Рич. Да хоть от него отдохнуть. Ну, такая Напа. С кошкой можно. Вот смотрите, знаете, что прикол? Смотрите. Почему надо гулять? А что если... Вот ты, получается, вот как мы, например, да? Как, знаете, взяли квартиру, да? Мы арендуем квартиру. Ну да, вот арендуем квартиру, да? Сняли ее, да? Арендовали мы квартиру. А что если, например, мы... Ее сдадим. Да, вот сдадим, да. Мы не можем ее сдать. Сдадим, кто-то приедет, да? Вот мы получим деньги, и этими деньгами расплатимся с ней. Мы ничего не потратили. А мы-то где будем жить? Если мы сдадим ее и... В палатке. В машине. Нет, только не в машине. У меня сейчас затекла машина. Не, в машине можно пару часов перекрыть. Не, ну пару часов, да, так каждый день. Каждый день нет. Много строят, да, я смотрю. Строят, она развивается очень довольно-таки интенсивно. Ну, мне нравится она. Такой город, какой-то он такой современный, скажем так. Современный, а Макдональдса не было. Ну так теперь есть. Теперь есть. Современный. Салон, когда картошку продают. Современный, конечно. Картошка вообще отличная. Ну да. Особенно компот. Зачем? Нет, это отбивная классная куриная. А, которая с рисом? Сразу видно, что? Что вы есть хотите. Конечно, хотим есть. Когда мы завтракали? В 9 часов. Сейчас уже 8 вечера. Хотим. Сейчас скажет, требуем. Требуем, да. Требуйте, а у кого? У тебя. А что у меня? Я тоже требую. Нет, ничего не знаю. Нет, я тоже требую. Ты наша еды. Мамуля. Требую еды, давайте. А вот наши желудки требуют жрать. Мама жрать. Мама жрать. Я сразу вспомнил. Галя жрать. Из Воронина. Да как вообще здесь крутились? Блин, вообще, вот это я лоханулся. Да, и главное, конкретно. Я говорю, да не тут же мы останавливались, дальше где-то. Да нет, уже проехали. Серьезно. Куда ты хотел поворачивать? Да не, у меня дом, мне кто-то кривануло у меня вот этот дом, и все. Че, у нас же не этот дом был. Еще повернул здесь тупик. Как так? Что-то перестроили все. Заботник, не успели бы. Вот все могут сделать. Вот это я увидел, я вспомнил сразу. Дальше. А это было рано? Было это. Я не видел. Может, потому что я сюда спал. Я помню, что мы же оставляли сейчас машину. Нет, сейчас если не будет места, то я выгружусь и пойду место искать, где припарковаться. Вот тут припарковаться. Вот тут можно припарковаться, если что. Если что. Вот тут, если что, есть место. О, мы еще одно. Мы так и делали. Ой, еще одно место. Да, тут можно что-то ставить. Угу. Так. Ну, вроде этого есть. Есть место. Нифига себе. Ой, место не заняли. Как так-то? То же самое, да, место? Да. А ты тут проедешь между этим лучше объект? Проеду, покажу. Может, это Анапа, а не Россия. Да, Анапа и Россия, но ты можешь сказать, что это не Москва. Опс, да. Ошибочка. Это я, конечно, перепутал. Да, вот в Москве все время нужно бежать. Да, у меня для тебя сейчас есть очень важное дело. Какое? Помолчать. Мне надо сбегать до мусорки и выкинуть мусор. Да, кстати. Алло, меня нету. Я молчу. Кто начал про мусор говорить?
Можно выкинуть? Ну, можно выкинуть. Конечно, что же его уже теперь? Может, собака? Ты видишь, тут собак, Да, тут ходили. Вот, ну, в общем, мы подъехали к дому, все, пойдем выгружаться.